Министерство внутренних дел отчиталось о доходах, которые принесли продажи элитных госномеров на автомобили. Выступая перед журналистами, заместитель главы ведомства не только подводил итоги года, но и рассказал, какие изменения ждут автовладельцев в предстоящем 2015-м. Ляззат Цыгындыкова подробнее. Казахстанцы купили 2409 красивых номеров на общую сумму, превышающую 821 миллион тенге. Напомним, с 20 октября в МВД установили специальные цены на государственные регистрационные номера повышенного класса. Цены на крутые номера варьируются от 253 тысяч тенге до 422 тысяч. А с января начнут выдавать совершенно новые водительские удостоверения, где появятся дополнительно еще 3 категории и 6 подкатегорий. Специфика в том, что у нас появились транспортные средства, такие как скутеры, мокики, квадроциклы, трициклы, также мини-грузовики, микроавтобусы и транспортные средства с прицепами. Поэтому введены вот эти все категории, которые соответствуют конвенции ООН. Помимо новых прав, начнут выдавать и обновленные свидетельства о регистрации транспортного средства. В новом формате техпаспорта исключены данные о номере двигателя. Вся информация будет в так называемом ВИН-коде, с которого полицейские смогут считать все данные авто. Также появится графа с указанием страны изготовителя машины и дата первичной регистрации. И еще в МВД разъяснили о новом законе, который предусматривает право полицейского воспользоваться транспортным средством гражданского лица. При преследовании преступника, который представляет угрозу для жизни граждан, но в то же время там предусмотрена компенсация. Если будет нанесен ущерб этому гражданину в результате там дорожно-транспортного происшествия, либо повреждения там сотрудника полиции, это оценивается комиссионно, после этого идет возмещение материального ущерба. Отметим, что по данным Министерства внутренних дел Казахстана, на 1 января 2014 года в стране на регистрационном учете состояло 4 365 093 автомобиля. При этом только в текущем году зарегистрировано еще 952 407 единиц автотранспорта, а это дополнительный миллион. Итого в начале 2015 года количество транспортных средств достигнет 5,5 миллиона единиц. Ляззат Цыгындыкова, Бауыржан Кажаканов, телеканал «Алматы».